Hello, I'm Natalie and I organize the Spaynuta Clinic in Kharkiv. Today I'm going to tell you a little bit more about this important project and how it helps the animals and the people in the community. Since 2012, Nature Watch Foundation has been funding the spaying and neutering of both stray animals and companion animals for low-income owners, low-income families. This is very important for helping to reduce the stray population, as many animals on the streets are either abandoned pets or the offsprings of pets that people cannot afford to keep. Up to 2020, our project has spayed and neutered 2,592 animals, so that's 2,592 animals who will no longer be breeding and contributing to the stray population. We cannot estimate exactly how many animals we have prevented from ending up in the streets of Kharkiv and Kupiansk. However, multiple sources have estimated that the number of puppies a single female dog and her offspring can produce over a six-year period can be around 67,000. In 7 years, a single cat and her offspring can produce an amazing 370,000 kittens if they have 2 liters per year, with only 2.8 surviving kittens. So by 9 years, that figure can snowball to over 11 million. That is the potential for many, many abandoned animals to end up struggling to survive on streets. We aim to spay and neuter even many more animals in the years to come, to help keep the stray animal population under control and get more animals adopted, now that their owners don't need to worry about unwanted litters. Our volunteer Inna will show you around the clinic and speak to one of the vets who help us with this project about this important program. Мы находимся в комнате, где перед стерилизацией принимают животных, осматривают, насколько они здоровы и готовы к такой сложной операции. Сейчас мы поговорим с Дмитрием Александровичем, врачом, который помогает нам стерилизовать наших животных. Дмитрий Александрович, расскажите, пожалуйста, насколько важна стерилизация для домашних питомцев? Добрый день. Стерилизация, конечно, очень важна для домашних, особенно для уличных питомцев, которые не имеют своих хозяев. Вы делаете большое дело, когда стерилизуете таких животных. Вы контролируете еще и численность этих животных на улице. То есть это огромное дело, и не всегда люди могут финансово эту операцию себе позволить. Поэтому они обращаются в такие организации, как ваша. А для домашних животных почему это важно? Вот можете рассказать? Именно для домашних. Для домашних животных тоже это очень важно по той причине, что стерилизованные животные, они менее подвержены раковым заболеваниям. Плюс, как бы там ни было, стерилизованное животное ест меньше корма. То есть для жизнеобеспечения ей надо меньше калорий и энергии. Соответственно, в этом есть тоже свои плюсы. Ну и животные менее агрессивны, как я сказал. Ну и здоровье у них всегда больше, чем у нестерилизованных. Спасибо большое вам за ответ. Многие животные, которые проходят через наш проект, это животные из мини-приютов. Мини-приюты – это, по сути, передержка, временный дом, где животные содержатся до пристройства.
И сегодня мы звоним Ольге, это владелица мини-приюта, которая специально для того, чтобы иметь возможность временно содержать до пристройства животных, она продала квартиру и купила частный дом для того, чтобы поместить всех животных, которых она хочет держать на передержке до пристройства. Принимаем звоночек. Здравствуйте, Ольга. Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, ну, во-первых, как ваши дела, ваши и ваших животных, как вы поживаете? Ну, ничего, живем. Количество увеличивается, к сожалению. Вот. А так пока, слава богу, все живы, здоровы. Двое ожидают стерилизации в эту субботу. Здорово. А расскажите, пожалуйста, вот, как... По количеству 20 кошек у меня и 5 собак. Ого. Да, это вы герой, конечно. Расскажите, пожалуйста, вот пару слов о том, как вот на вас, ваших животных, ваш мини-приют повлиял вот этот вот проект от Nature Watch. Ой, это очень замечательно, потому что постоянно появляются новые животные, и, конечно, без стерилизации обойтись просто невозможно, но поскольку финансово иногда затруднительно стерилизовать за свои деньги, то этот проект очень помогает, ну, лично мне и не только мне. То есть я помогаю другим людям, которые малообеспечены, у которых есть животные, которые не могут за свои деньги стерилизовать, и постоянно у них новый приплод, и поэтому помогаю им. То есть... Подскажите, пожалуйста, насколько вот этот вот проект помогает или не помогает, или вообще как-то влияет на то, насколько быстро, насколько реально пристроить животное? Нет, ну, во-первых, мы всегда стараемся пристраивать с условием стерилизации, если это маленькое животное. Mm-hmm. Если животное уже в таком возрасте, вот как у меня сейчас два подростка, где-то 6-7 месяцев, то пока я их не стерилизую, я не пристраиваю, потому что я не хочу, чтобы были котята, и они были выброшены, или мои пристроенные животные оказались на улице из-за того, что у них началась течка, и они ждут котят. Поэтому... На пристройство очень влияет. То есть некоторые, которые берут кошек, именно кошек, не котов, я прекрасно понимаю, что они не могут потом стерилизовать по каким-то причинам. Поэтому, когда пристраиваю, обязательно условие, что я беру на себя ответственность за стерилизацию. И благодаря вот этим вот акциям я могу стерилизовать пристроенных животных. То есть это очень здорово. А по каким вот причинам вот люди, которые берут животных, не могут этого сделать? Очень часто большая стоимость. То есть люди, которые берут, не всегда состоятельные люди. Чаще всего малообеспеченные. Потому что у нас беспородные животные. Вот, естественно, люди их берут более простые, финансы не позволяют. Некоторые не хотят стерилизовать, не знают, что это такое. Поэтому, когда пристраиваем, приходится объяснять. И всегда я беру на себя ответственность по стерилизации. Чтобы я была уверена, что пристроенное животное, оно стерилизовано. Ну да, потому что это будет глупая работа постоянно перестраивать. Да. Хорошо, спасибо. Давайте теперь, если можно, может быть, вы там сможете переключить на другую камеру тогда, чтобы поснимать. Да. Все супер. Вот, может быть, вы можете сказать, какие из этих животин были в проекте. Вот. Да. Ну и, в принципе, может быть, какие-то интересные факты. Кошечка Нюра.
которая ждет стерилизации в эту субботу, благодаря акции будет стерилизация ее. Она жила при церкви, ее там придавили дверью, у нее было нервное защемление, поэтому пришлось забрать ее домой, вот она теперь живет у меня и ждет своего пристройства. Эта кошка приехала после пожара в Луганске, тоже стерилизована по акции. Ну, здесь еще у меня вот кот акций, я такой не помню, взгляд. Нет, да, это дикарь у меня, к сожалению. Вот, вот тоже по акции Злата была найдена на мусорке, очень красивая кошка, к сожалению, так и не пристроилась, хотя все пиарились. Да, красиво, странно, что никто не взял. Да, это в Бирменводах. У нас на мусорке жила, была забрана оттуда. Вот ждет тоже в эту субботу, будет стерилизована. У нее сейчас течка. Угу. Не успела я ее стерилизовать. Она, к сожалению, плохо пристраиваемая. Была подобрана в очень тяжелом состоянии с ринотрахеитом. Долго ее не лечил опекун, я ее забрала, начала колоть, но пошло осложнение на ухо, mm-hmm. и у нее теперь хронический ринотрахеит и голова на бок. Ее пристроить тяжело, к сожалению. Ну, кто знает, может быть, люди действительно, которые, в принципе, да. Это же ей не мешает жить. Вот они выходят у меня в окошко, если это видно. И попадают сразу в вольер. Здорово. То есть к дому пристроен вольер, а они на улице не гуляют. Спасибо вам большое, Ольга, за уделенное время и за ваш просто титанический труд. Здравствуйте. Меня зовут Виктория Кручина. Я живу в городе Купянске, Харьковской области, Украина. Я занимаюсь помощью животным. Всем уличным и домашним. Так как помощь животным подразумевает не только покормить, полечить, обработать, отглистовать блох, но в первую очередь еще, также стоит стерилизация этих животных, то есть сокращение численности гуманным путем. Программа, которая спонсируется фондом Natchwood Foundation, это стерилизация домашних животных, а также животных, кошек и собак, которые планируется не выпускать на улицу назад, откуда их было взято, а пристраивать в квартиры, в частные дома, ну, как говорят в народе, в хорошие руки. В основном население нашего города, как и всей Украины, живут, можно сказать, за чертой бедности. Но зарплаты очень маленькие, пенсии мизерные. Очень высокие цены на продукты и за коммунальные услуги. И поэтому выделить деньги на стерилизацию домашнего и своего животного может позволить не каждый. Кузька без лапки, в капкан попал он 2 года назад. И Пуфик. Пуф, ты куда? Телефона боишься? Пуфик, да ты хорошая собака. Это все рыно. Ох, кляксик местный. Это наш кляксик. У всех клипсы, конечно, есть. Он уже здесь, малыш. Кляксик живет в нашем дворе, бегает везде, где хочет. Рынок наш двор, короче. Так, здравствуйте еще раз. Это Екатерина Васильевна. Мы по программе фонда Natchwood Foundation стерилизовали всех ее кошек. Она сейчас сама расскажет. Она торгует газетами, получает, конечно, копейки, пенсию. Маленькая пенсия, сын-инвалид. И для неї це, я думаю, дуже важливо було. Розкажіть, пожалуйста, скільки кошок було стерилізовано у вас? 5. Як це происходило? Ну, дівчатки приходили, забрали їх і привозили. І як оце взагалі відразилось на житті вашої сім'ї, то, що вони стерилізовані? Ну, це нормально ж. Котята раніше були у кошок? Були. Що ви з ними робили? А на базар вернулся, раздавала. А сейчас? А сейчас все хорошо, да? Дорожай. Раньше, я знаю, соседи возмущались, да, что кошки бегают там, гуляют, кричат, а теперь? Никто ничего не говорит. Теперь уже не возмущаются, да? Ну хорошо, спасибо Natchwood Foundation, спасибо вам. Здравствуйте.
Это наш волонтер Наталья Волкова. Она мой, так сказать, одних из самых ближайших и активных помощников. Мы вместе животных пристраиваем, вместе подбираем выброшенных. В общем, вместе им помогаем. Вот пусть она расскажет, что дает эта программа стерилизации, которую спонсирует ваш фонд. Хочу сказать очень большое спасибо вашему фонду. Благодаря вашему фонду мы спасли очень много животных, очень много простерилизовали, очень много животных. Да, всех, что подбираем, да, всех стерилизуем. Да, все, которые мы не проходим мимо ни одного животного. Выброшенного. Выброшенного, да. Подбираем, лечим, стерилизуем. И пристраиваем хорошие руки. Да, стараемся очень, да, хорошие руки. Очень, да, и хорошие руки. И потом мы как бы в процессе, как отдали, нам присылают фотографии, как они живут, животные, как у них дела. И мы просто радуемся. И низкий вам поклон за вашу помощь нашим животным. Покушали, теперь у нас тихий час. Все классно, красота леопарда. Сейчас мисочки повыбираю, водичку пьем. Вот такой приютик. Все поскладываю. Это тигряшка дикая. Хочу приручить ее. Хорошая кошечка. Это очень ручная, ласковая девочка. Ее тоже с ямы какой-то достали. Позвонили мне, забери. Это мальчик, классный одуванчик. Это красавица. Красотушка. Слышите, мур? То как лягут тут все, как начнут мурчать. Леди, ёжик. Это тигра один, это на остановку высадили подростков. Мишка, Михась, дай глаз вытру. Дай сюда. Почищу. Красавцы все, все красавцы. Всем нужен дом. Ника, Николь. Николька. Ну, вот так мы живем. Он ее. Здесь у нас оперируют, стерилизуют животных. По программе тоже. Сейчас вот собачка. Сейчас я расскажу ее историю. Мы ее пристраиваем. Все, не буду мешать. Эта собачка на столе лежит. У нее очень старые хозяева. Их забрали в больницу. И собачки остались одни. Девочка и мальчик. Соседи позвонили. Мы их забрали. Вот стерилизуем и уже... Ищем им хорошие руки. Это вот мы приехали на стерилизацию. Сегодня день стерилизации уличных животных. Вот у нас уже маленькие девочки по программе стерилизованные. Им, кстати, по 6-7 месяцев. Этих щеночков выбросили, вывезли в деревню. На трассу под кусты выкинули. Нам позвонили люди, которые там живут. Мы их приехали, забрали. И... Пристраиваем. Сегодня должны забрать вот эту черненькую девочку в хорошие руки. Обязательно стерилизовали. Без стерилизации, вообще-то стараемся, не то что стараемся, без стерилизации и кастрации кобельков мы их не пристраиваем, потому что не стерилизованные размножаются, убегают, не кастрированные. Вот кобелек у нас лежит. Они убегают жениться и погибают чаще всего, если они маленькие. Поэтому спасибо огромное фонду, что выделяет деньги на стерилизацию. Благодаря этому очень много животных находят семью и долго живут.